Владимирский тракторный. Машины с его маркой хорошо зарекомендовали себя на полях страны. Каждое утро заводской телетайп передает очередную сводку, сколько выпущено тракторов, двигателей, запасных частей. Но эти цифры не заслоняют для директора завода Петра Ивановича Гришина главного. Тех людей, с которыми он работает и советуется, которым доверяет и от которых имеет право многого требовать, потому что многого требует от себя. Трудящиеся области избрали Петра Ивановича Гришина депутатом Верховного Совета СССР. Девять лет работает Гришин директором завода. За это время Владимирский тракторный стал ведущим предприятием области. За освоение производства новых машин он награжден орденом Трудового Красного Знамени, удостоен Ленинской юбилейной почетной грамоты. Завод постоянно расширяется, строится, увеличивает свою продукцию, осваивает новую. Вот что рассказывает об этом Петр Иванович Гришин. Сейчас коллектив нашего завода решает очень большую задачу, связанную с постановкой на производство на нашем заводе с 1971 года нового садово-огородного трактора Т-25А. Эту машину нам передают на производство с Харьковского тракторного завода. Поэтому сейчас коллектив нашего завода изыскивает резервы в производстве с тем, чтобы вовремя поставить на производство эту новую машину и организовать производство этой новой машины, не увеличивая число рабочих.